Всем привет! Сегодня воскресенье, 12, по-моему, ноября. Сегодня замечательная погода, все, снег растаял, на улице тепло, такая весенняя погода. А мы, Алина приглашала, долго договаривались, может поехать в Новосибирск, на выставку прогуляться, но настолько вчера была плохая погода, вообще склякоть, холодно, ветер. В общем, какого удовольствия, как по такой погоде можно получить. Вот. Сегодня просидела дома полдня и напросилась в гости к Свете. Сейчас я ее встречу и пойду к ней в гости. Вот я у Светы уже за столом. Шуба 100 лет не ела. Ну, Света, мне показывай, давай. Что ты хочешь? Я хочу угостить эти гречневые спагетти. Я ни разу не ела. А знаешь, как они называются? Так, коль как? Субо. Ну, я видела, продаются, но я ни разу не ела. Можно мне одну штучку? Да сейчас. Да я такое не видно вид даже, да, пока не готова. Вилочка. Такой холодненький. Но ее с соусом надо. Там все, больше мне не ложи. Давай соусы тебе положу. Ну, потом положишь. Мы хотели, зашли этих купить мороженое, и на разлив хотела сиропа какого. Никто не налил там в кофейне. А у Светы и варенья даже нету вообще уже. Я сейчас посмотрю, да. Дожились. Не, я все. Калина с сахаром будешь? А что там сиропчик можно полить? А вот это мед. Мед есть. Ну, может, что, не знаю. Так, ладно. Мне бы еще вилку. О, сейчас а это еще, я ее забрал. Это соус, я тебе чуть-чуть даю сюда. Вот чесноком, чуть-чуть. Да? Потому что его надо. Так-то они невкусные будут. Ну все, спасибо. А вилку я взяла и оставила, и забрала от тебя. Ну, я начну со спагетти, пробую. Вот так вот, да, размешай маленько, попробуй. Сейчас я это посмотрю, что у меня там. Сережка приезжал, я не принесу варенье. Замороженное, свежее. Света, телевизор теперь надо себе тоже повесить. Телевизор Вова приедет, скажу, давай телевизор повесим. Давайте, я не буду, Света вот заставила тебя суетиться. Успокойся. Малину с сахаром и все. Она купит тебе сироп и будет сироп от сколько твоей души. У меня все заморожено. Что-то мне не очень это нравится. Да? Может, она холодная, потому что... Ешь, могу подогреть. Надо собаке выкидывать. Не-не-не. Коля, а ты ел такое? Конечно. Вкусно тебе, так нравится? Так он мне и сказал. Дашка сделала соус сырный. Угу. Мне пришли. Я сама удивилась, как мне Коля поел. Он не ест такое, знаешь, спагетти, такой макарошки. А это взял и поел. И потом говорит, ты знаешь, мне понравилось, может, домой как-нибудь. А короче, эти макароны получаются меньше углеводов или что? Да. И их варишь только 3 минуты. Вот так, закипела вода. Опускаешь их вот так. 3 минуты. Вот прям засекай. Угу. Не, моя. Прям засекай. А ты не расползался или что? Не знаю. 3 минуты. Закрыла крышкой, отключила. И все. Ну, слить, промывать. Ну, слить, да. Как-то я так тебя снимала там хоть частично. Нет, ладно. Ладно. Будем теперь. А то Вова говорит, что там мы у нас... Какие-то все одни и те же блюда. Одно и то же мы делаем. Я говорю, вот что такое лазанья? Я говорю, о, да мы, по-моему, я делала эту лазанью. Ну, это макароны, сыр там, да? Да, 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 да. Да, это никто даже не ел. Даже продаются для лазаньи. Да. А я делала салат Цезарь. Оксана мне говорит, я говорю, с чего его делать? Она говорит, заходите в процип, покупайте приправу для салата Цезаря. Угу. Кусочками. Угу. Зато... Я люблю Цезарь. Я очень люблю Цезарь. Но больше ничего не люблю. Зато мы прошлую межвахту наделали столько колбасы, что съели прямо за один день. А видео никак не выложу. А ты делала колбасу, да? Ну, Лова делал, да. А где ты брала вот эти кишки? На Валберис. Он мне еще заказал, чтобы я... Когда-то я брала мясно. Ну, он говорит, мне какой-то он хочет другим способом. Потолще, можешь даже говорить искусственную оболочку. Или как она? Ну, в общем, дал задание, надо посмотреть. Я тебе эту хрень принес, а колбаса где? Что ты мне принес? Ага. Фи, правда! Фи, правда! Да.
здорово. У нас вон есть это. Ветчиница. А что такое ветчиница? У нас уже есть ваша гусятница. Теперь еще стоит, занимает пол стола. Хорошо, что мы не купили, а просто... Ну да, просто. Вон она в углу. А то мне стульчик надо. Ветчиница. Даже мы с Дашкой пересмотрели, как ее делать. Она говорит, я знаю, что это такое. Ну туда мясо надо. Вы такое не делали такое? Нет еще. Собираетесь? Куда где-то взял? Подарили ему. Давал бы. Нет, подарили ему. Вот, она здесь вот эти крышки. Вот, вот так, сюда. Ну, принцип, просто быстренько. Сюда мясо, уже которое кусочками, поперчили, там чеснок, всю чуть-чуть. Потом вот так закрываешь. Ой. Вот эти пружины как-то, ну я тебе потом покажу. Угу. Пружинами закрепляешь, ставишь и варится 3 часа. Ну, Дашенька, 2, Коля показываешь. Ведь 2 часа? Ну, 2, Дашка говорит, смотри. Смотря с какого это, ой. Ну, короче, Света, ваша ветчиница с нас ветчина. У вас мясо с нас ветчина. Ну, я принесу домой, ну, конечно, не знаю. Вот, может, ему интересно будет это посмотреть. Ну, Дашка говорит, ты же не собираешься прямо на днях делать? Нет, конечно. Ну, нет? Нет, конечно. Тут главное мясо набрать, чтобы жирненькое было. Ну, жирненькое? Ну, как? Ну, не говядина. Ветчина будет получиться. Хорошо, спасибо. Андрюха делал классную штуку. Он приносил на работу. Так дали попользоваться тебе, Коля? Нет, подарили. У него 2 было. Ну, как классно. Ну, возьми, давайте. Я просто хочу попробовать, мама приедет. Думаю, сделать там это самое. Ну, так это уже нужно. У нее же день рождения. Уже дня. 5 декабря. Да, мама пока приедет, я тебе сказала, 25-го. Да ты до 25-го хочешь попробовать? Нет. А, когда нет, мама приедет. Да. Ну, чего ты? С этой бомброви коррекции. Пока мама не приедет, они голодные. А нет, при чем, пока мама приедет, взять не будет как раз. Всем привет, сегодня 15 ноября. Я жду, сегодня мужа жду с вахты. Сегодня мне с 3 часов на работу. То есть я уже собралась на работу, осталось только сложить тормозок. Сегодня беру с собой винегрет. Мужу не сказала, что буду готовить винегрет. Пусть для него будет сюрпризом. Очень будет приятно, когда... Он обрадуется. Уже говорила, что он, ну, как бы продумал там свой быт, и он, что он там ест. Ну, конечно, хочется очень домашнего. Поэтому я приготовила кастрюльку борща на курочке. Не добавляла туда свеклу, потому что винегрет будет со свеклой. И... Использовала не очень красный, потому что использовала морс, заготовки, которые из томатов домашних. А винегрет приготовила в этот раз немножко по-другому. Вместо горошка я добавила квашеную капусту. Капусту я купила. Был комментарий какой-то у меня, что научите мою маму, дайте рецепт. Не знаю, троллинг это или нет. Ну, так скажу. Как я готовлю винегрет. В общем, равное какие-то, ну, примерно равное количество картофель, свекла и морковка. Все варится в отдельных кастрюльках, потому что свекла варится чуть дольше. И даже можно свеклу выключить и даже залить холодной водой. Еще она никогда не доварилась, и она дойдет. Вот. Потом все это я, естественно, почистила, порезала. Еще такой способ, значит, в первую очередь добавляю в емкость кастрюльку, значит, свеклу, туда добавляю подсолнечное масло, сразу перемешиваю для того, чтобы свекла не отдала свой цвет другим овощам. Вот, ну а потом все так же по порядку, также добавляю много огурцов, ну все зависит, конечно, от того, у кого какие огурцы, на мой вкус. Винегрет должен чувствоваться небольшая кислинка, поэтому огурцы у меня в этот раз маринованные, не очень кислые, поэтому, в общем, много огурцов добавила.
Ну, капусту выбрала квашеную, не маринованную, а квашеную. И был еще, кто любит, добавляет зеленый лук, кто любит обычный лук, я добавила зеленый. Ну и все. Соль, подсолнечное масло, это все по вкусу. Волка приедет, он себе добавит, как ему больше нравится, он больше любит все это насыщенное такое. Вот. Что еще? Что еще, прежде чем идти? Разбирала какие-то свои залежи, у меня все время какой-то хлам накопится, потом мне нужно его разбирать. Я трачу очень много времени на это, потому что я тоже, наверное, какой-то плюшкин. В общем, у меня были такие вот банки из-под коктейлей белковых. Можно было бы их выбросить, но я их помыла. Придумайте, зачем мне нужны эти банки. Кто придумает, очень люблю ваши комментарии. Напишите, зачем они мне нужны. Такая еще банка. Она уже, конечно, грязная, потасканная. Это мы брали ее на рыбалку. Тут была манка. В общем, надо ли ее выбросить, или она тоже мне пригодится. Больше всего волнует меня сейчас этот вопрос. Ну, на этом пока по-быстрому заканчиваю. Всем пока. Надеюсь, у меня сейчас все пойдет по-другому, быт, моя работа и так далее. И муж приедет, настроение побольше будет. В общем, выложу все видео, которые нужно выложить.